Я третий. Ой, меня бегут раз. Где? Откуда? Из забора выходит. Убегай. Тебя раз? Да, в жопу натолкали. Я увижу. Он в дом побежал обратно. Кто сверху сейчас резко бежит? Свои, ебать. Он на первом тоже бегает. Он там своей не был, кстати. Да? Да. Свалил меня. А им что? А им нет? Нет. Я вот и. В траве запутался, который на заднем. Забуксовал вот такие. Где он есть? Где он на есть? На первом этаже. В какой части? Тут не знаю. Слышишь, он лупасит через сквозь стены. Это... Или я торчал? Торчал вот эти кто. Забор близко не подходи никогда. Сейчас я помню, тоже буду. Перезайду. Я его вижу. На первом. Блять, что тут ты по мне? Наш, обходи его с той стороны иди. А, на третьем еще, на третьем работает. На третьем? Класс развалился, сука. Пиздец. Прямо в репу. А он, смотри, не высовывается. Наш, зря ты сюда пошел. Я тебе предупреждаю. Туда не ходи, туда не ходи. Где сейчас появился? О, минус. Я зашел. Скинь ты, где я появился прямо. Нехуй стоять из-за меня, блядь, придурок. Прямо на дороге. У меня 7 патронов. Бат. Так, я все. В курсе, подожди, стой. Могу сайгу дать. У меня еще пистолет. Одного развалил? Да. Вон бежит на помощь, к нему еще один. Откуда? С этой, с угла. Сейчас я отсюда зайду, комбат. Он за деревом стоит. Вон он подходит. Сквозь стену, да. Не сквозь стену, а сквозь эту листву не убил. Короче, он знаете, где стоит? Да. Если вы забежите в этот комбат, где я стрелял, он, короче, стоит так. Ну, он на первом этаже, да? Он на первом этаже, он сейчас пошел, короче, в другую комнату, которая, где через окна пролазить, он там сейчас, в той комнате. Mm-hmm. Он сейчас, получается, примерно, если забегаешь прямо в этот вход, и он справа от дверного проема зумит сейчас. Идет. Куда? Он высоко прыгает. Он пошел к луту, где я его убил. 2 секунды, больше не вижу, он прямо около лута прямо стоит. Я вылетел. Ну хорошо. А с комбат угла еще чекают. Ну он точно прыгает высоко, это 100%. Я не знаю, выхая им там, но он прыгает высоко. Я комбат отсюда подойду. Убил? Тыкаешь. Нет, убил. Там наш. Там кто-то появился. Наш? Нет, не наш. Он кого-то свалил. Ну, ВХшник, походу. Да. Так если он летает, блядь, наверное, ВХшник. У меня на углу комбат еще один. Не слухай больше. Двое у меня на углу здесь. С остального озера за забором. А этот бегает. Появляет. Это? На балконе. Да, на балконе бегает. Ну, слухай. Угу. Ой, нихуя я появился.
А вы где, парень? Тихо, тихо, аккуратнее, он один на балконе. Понял. Эти двое мои, которые здесь у меня. User joined your channel. Здравствуйте. Они на углу Здорово. Стоят, да? Три. 13. 13 Европа? Да. Эти комбо свои. 13. Да, да, да. Третий я, вот. Без пати. Знаете, комбат меня видит, что я здесь стою в доме, за стеной. Видят, да? Да. Значит, он фуктов сливает. Я за стеной стою, они не могут никак видеть. Да, я понятно. Значит, этот МНН, походу, инфу сливает все. Они вместе. Походу, да. Ну, конечно. А где еще цели-то? Со стороны озера за забором давай. На углу прямо. На магазин выходить. Он спрыгнул? Нет, с забора один перебегать начал, я высунулся, ему накидывать, второй выходит, у меня три пульки. Я как гирлянда рассыпался. И этот зашевелился сразу. Конечно. Че, будем что-нибудь делать, комбат? Сейчас я еще раз. Я бегу. Он вышел на балкончик, с третьего этажа прибежал. Я думаю, как он меня увидел, блядь? Я там побежал, он, блядь, шагал там слева. Да эти вообще не могли меня видеть. Слышу, шагает слева, пошел справа обходить, а он там, опа, и там стоит, блядь. Хуя волшебство. Тихо, тихо. Траве как будто бежит. Батрик, аккуратнее, почему летает, блядь? Да? Да, да, он это? Ну, клипер? Я не знаю, но клипер нет, но он летает. Он прыгал высоко, высоко прыгает. Да, прыгал высоко. Он аж до потолка, ну. Так, бегу к вам. Как они заебали, блядь. Сейчас я к этим сбоку подойду, которые за забором стояли. Это не ноклип, это джампер. Может, джампер. Блядь. Когда котиком. Так, их теперь там двое бегают. Трое. Двое подходило. Ну правильно, вот они и были. Ник запомнил какой? Mm-hmm. Ну а чё вы, блин? Три. Ну как я смотрю на ник, блин? Чё, блин, в детском саду, что ли, первый раз играем? Ну я что-то тоже никогда на ник смотрю, не запомнил. Вы, ну вы даёте. Так, на меня уже, скорее всего, собрали там. Так. Деркус есть. Дэдди. Слип. На первом этаже кто-то ходит. Я бегу, я бегу. Я увижу свойником на первом этаже. На первом? Да. По земле, да. Что ли, ходит? Нет. Ну да, 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 да. На первом этаже он промелькнул. Свойным рюкзаком, я увидел. Я тебя предупреждал, скажу. Нормально, терпимо. Блять, свалили, сука. Нихера не вообще похуй на все. Оба они на первом. Телка с Аимом. Пока Ник, ты... Ник. Меня слила свайк, но она без Аима, а вторая не знаю. Которая с Аимом бегает. Ну бил тебя кто? На первом этаже они все ходят. Комбат, я бегу, несусь.
Тёлка просто по зомби стреляла, у него, блядь, все пульки ровные, в башню пошли на расстоянии метров 30, блядь, пробоем, все пули ровные. Че, еще раз зайду? Скажи хуй вам. Да я сейчас психану нахуй, мангом возьму с расстоянием на ебень. Иногда помогай. Но. Это реально смешно, блядь. Так тупо играть нахуй. Хуйня ничего убит, меня просто перцнул. Бат, вы на каком, на втором? На втором, мы вообще не в доме. Да эти просто ходят на первом, нахуй собирают. Комбат еще бежит, еще один тело, короче, за елкой на углу забора. Меня целит один. А вот он с этим. Откуда? Он с ПКМом. Хуя. Он прицелился как бы в меня. Это не вчерашние вот эти педики, которые с ПКМом бегали. А им-то ебан. Может быть. Она с ПКМом тёлка была. А вот вчера тоже, блядь, бегали педики с ПКМом с Аимом. Попадались, но... Я доверил там около ёлки педик какой-то. Тело не промелькнуло, только что там по кустам. Но мне не резон выходить стрелять, потому что здесь... Ну да, ПКМ. А где ты его видишь, конечно? Я здесь сижу, в этой. Я вижу, вижу тебя. В машине. Так, один... Их двое с военниками. С большими командами. А, да, вижу, да, этого, да, с ПКМ, да, на углу. Да. Ты кроме меня слышишь, кто-то на углу стоит. Пока я бегу, мне шифта нет. Так, 13 Европы, да? Топает по первому. Ну, сейчас по нему поработать. Видишь, он за деревом стоит, ну. Влад, какая Европа? 13. А там 4 человека. Где за деревом? Они понимаешь, а вон угловое они, дерево они даже на улицу ко мне сюда не выходят, понимаешь? За которые повыше, да, на горочке? Да. Раз они не выходят, значит они чего-то очкуют. А очкуют они, значит, видят. Ну это опять сейчас сольдер зайдет, блядь. Короче, комбат не терять нечего, я пойду уже шумный. Не-не-не, справа смотри, справа. Блять, выдержал, сука. Я два выстрела выдержал. Зайдите справа дома. Кто там наш? Сука, они не видят. Она не видит, вот это без всего играет, слайк. С правой стороны дома заходите, пока со стороны магазина. Свайк, да? Да. Ну я захожу, смотри. Давай. Спину и прям. На тебя открывается, бежит на тебя. Она сейчас там в углу встала. Аккуратнее у нее КТшник. Смотри, она не обходит его сюда. Нет, заходи в один. Ой, им, бля. А кто тебя убил? Убил. Тоже свайк. А, на денег. Бля, зашибись. А, ну вот это Диди. Мадани, а им. Дади. На. Дади. Да, что-то такое, да. На первом этаже. Дади. Я на Европу сошел. Дэдди, на, да? На первом без Аима сидит вот этот слайк. А, Дади, Аим. Все, хули, я 4 персов положил. А где он? Я его не вижу, Дади. На втором тоже. Не, номер. 11. Ты понимаешь, они даже не открывались сюда, не могли тебя с этой стороны обойти. Но они не стали обходить. Да я так знал, надо было идти, блядь. Сука, они же ВХшники. Они бы все равно на тот угол бы прибежали, да. Да вообще нет смысла с ними, блядь, там воевать. Мне их надо, блядь, реально большую пушку, блядь. Тёлку минусанул. Да она без ВХ играет, ну, и всё.
Мужики, кройте меня. Кто здесь? Кто возле пожарки? Иду, иду. Вот он идет ко мне еще один. Убил меня, Дэдди. Ну, Саиму. А такие бланы отвечают.